Let me be very clear. The Security Council failed to do everything in its power to prevent and end this war. Сколько людей поубивали. Это очень трудно. Ужасно. Это так в фильмах показывают последние дни планеты. То же самое было здесь. Ходили азовцы и говорили, да, что мы вскрывали квартиры, мы туда заходили. Они ругались на нас, что вы пророссийский город. А сегодня уже целый день работает и авиация, скидая бомбы. В течение месяца, допустим, мы ели 40 с лишним человек, 6 консерв, с них варилось 2 ведра супа и все. Это на целый день. И оно как шарахнуло, и посыпались из сена. Закрыла, и все это какой-то дым, какой-то чад, какой-то темень стала, дышать пыль, дышать нечем. Страной оккупантом, над диктаторским режимом,